На севере Красноярского края сотрудники отдела МВД России по Туруханскому району совместно с региональным управлением ФСБ России изъяли незаконно добытую икру сетовых рыб. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению незаконного хранения водных биологических ресурсов в одном из гаражных боксов города Игарки оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили 147 пластиковых контейнеров, в которых находилась предположительно икра сетровых пород. Общая масса составила более 73 килограммов. Полицейские изъяли продукцию и направили ее на экспертизу. Согласно ихтиологическому исследованию, данная икра принадлежит осетру сибирскому, добытому в естественной среде обитания и занесенному в Красную книгу Российской Федерации. В отношении 53-летнего злоумышленника отделом дознания ОМВД России по Туруханскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.